Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Меня зовут Агасим. Кроме недвижимости, также мы занимаемся денежными переводами, дорогие зрители. Если вы хотите моментально перевести рубли с карты Тинькофф Сбербанк, мы вам выдадим турецкую лиру по самому хорошему курсу. А также есть у нас денежный перевод как «Золотая корона». Офис находится в Махмутларе, около башни часов, напротив магазина «Бико», «Века», кто как называет, называется «Престиж Парадайз». Так что обращайтесь, номер в описании, ставим лайки, подписываемся на наш канал и пишем комментарии. Итак, нашел новостройку 2 плюс 1 на среднем этаже в районе Тосмо. Квартира подходит под ВНЖ. Смотрим. Так. Я сразу поднялся в квартиру. Сразу хочу показать. 89 квадратных метров. 2 плюс 1. Два санузла. Один большой балкон и один маленький. Французский. Открытая парковка снаружи. Видит горы, дорогие зрители, квартиры глазами. Так. Видно вот так. Вот глазами мы все видим. Горы вот эти. Тут лес маленький такой. Фруктовые деревья. И видна крепость Алания. Надеюсь, я на правильном этаже. Может быть, верхний этаж. Номеров нету пока что. Потом уточним на месте. Итак, здесь есть открытый бассейн. Видите, он большой. Из инфраструктуры есть фитнес, сауна, хамам, римская парная. Еще что там видел? Джакузи есть большой, как вместо скрытого бассейна они сделали джакузи. Проект будет сдан как минимум через месяц. Месяц-полтора может занять процесс. Дверь уже поставили, окна поставили, как видите. Хочу что показать. Каучук. Да. Так, балкон. Тут где-то 7-9 квадратных метров между ними. Смотрит три стороны. Юг, юго-запад, северо-запад. Гостиная совмещена с кухней. Остались дверцы надеть. Эти мастера работают. Так, здесь у нас прихожая. Спальня первая. Нетто здесь 10 квадратных метров. Так. Туда можно строить шкаф. Кровать ставится в эту сторону. Вот так. Это один французский балкон. Есть еще другой. Вот. Расстояние до моря 650-700 метров максимум до воды, дорогие зрители. Вот прихожая. Высота потолков 270 сантиметров. Может быть 275 или 280. Я так на глаз сказал, потому что потолки высокие. Первый санузел. Нормальный. Душевая кабинка. Планировка квартиры хорошая. Ничего не могу сказать отрицательного. Стороны тоже хорошие. Три стороны видит. И здесь вторая спальня, она просторная, в моих понятиях, так как в новостройках, сами знаете, что уже меньше строить начали. А здесь где-то у нас 13,5-12,5 квадратных метров нетто. Также высокие потолки по всей квартире. Второй санузел и еще второй французский балкон. Ну, один большой балкон и два маленьких балкона. И здесь санузел также нормальный. Душевая кабинка правильно отделена.
сюда поставим горшок, и тут установят шкафчик. И здесь вот такой вид. Цена, дорогие, 227 тысяч евро. Наверное, была. Есть лифт, но пока не запустили. На этаже раз, два, три, четыре, пять квартир, дорогие зрители. Смотрите, двери. Спустимся вниз. Так. Сауна, хамам в другом блоке. Посмотрим, я не видел. Так, здесь покажем. Беседка есть, будет генератор. Айдат, наверное, возит где-то 1000 лир, 800-1000 лир. Это где-то 30-50 евро между ними. Тут буль-буль-буль, короче. Тут зона отдыха, беседка. Эти тоже растения все посадили. Угу. Красивый проект. Стройматериалы я тоже посмотрел. Качественные. Спустимся в тот блок и глянем. Вот есть пандус. Спуск к инфраструктуре. Здесь что-то, какие-то комнаты будут. Ну, здесь темновато. Там сауна, я вижу ее. Как-то включим камеру. Здесь что-то. Полностью инфраструктура будет готова, наверное, после сдачи комплекса. Где-то еще месяца два займет. А так комплекс и квартиры сдадутся через месяц, месяц-полтора. Да. Вот. Вот сделана римская. Здесь сауна. На кафель сделали. Все, дорогие зрители, фитнес тоже здесь, наверное, будет. Посмотрим здесь что. Здесь, наверное, санузлы. Угу. Рядом есть инфраструктура, это как маркеты, А100, супермаркет А101. Сеть магазинов «Шок», до рынка по четвергам, который находится в районе Тосмур, отсюда шаговая доступность где-то 300 метров, 300-350 метров. Напрямую спускать вниз, и в четверг будет рынок. Рядом также на дороге D400 около рынка есть сеть магазинов «MM Migros», «Carrefour», «Шок», «Пим» и тому подобное. Также там все есть. А так все в шаговой доступности. Спустились 20-30 метров вперед. Там сеть магазинов «Шок». А там где-то 50 метров или 100 метров впереди А101. Всем пока-пока, дорогие зрители. Цену огласил. Жду звонка.